Привет, привет, дорогие друзья. В общем, сегодня мы будем играть в Banish. Это у меня для вас плохие новости. У нас все сдохли просто к чертям. Я думаю, нам нужно заклинать наш город каким-нибудь словом антиздохвиль. Пускай он будет называться у нас. Выберем просто террейн, климат, все повыбираем. Милд, спокойный. Все, отлично. Поехали. Потому что. Я захожу туда, и у меня сразу три жителя такие. Пу-пу-пу, все, к чертям, все сдохли просто. Невероятно. В общем, у нас дано дофига коров, жителей, вот, в общем, твари эти везде. Давайте-ка сделаем, наверное, ну, все по стандарту. Замечательно. Все, начинаем строить. Сразу же делаем поле, просто дохера огромное поле. Вот прямо здесь. У нас неподалеку река, поэтому это ништяк. У нас пару билдеров, один фермер. Пастух. Этих ребят нужно побольше. Все замечательно. Чуть-чуть ускорим времечко. Команда даже есть. Теперь нужно просто запахать поле, где у нас есть еда. То есть у нас есть немножко сейчас, конечно, еды, но даже немножко. Картофель — это тема. Но мы еще насобираем сейчас. Все. Вёк, бич. Вёк, мазафака. Давайте же, ну, где фермеры? Дружище. Даже не знаю, где вот фермеры, конечно. А нет, вот пошло дело. Я думаю, то, что сейчас сделаем вот так, и вместо камнетеса забахаем еще одного фермера, и вот так. Вот, все отлично. Наши друзья бабахают поле. Лимит еды, я думаю, нужно повысить хорошенько, прям вот, ну, вот даже вот еще один. 25 тысяч впало мне будет. Ну что ж, они пашут. Как мы себе. Я думаю, пришло время собирать урожай. Температурка постепенно повышается или падает, непонятно. Ну что ж, думаю. Давайте-ка, наверное, соберем его сейчас вот на 40%. И построим еще один амбар. Вот здесь. Здесь построим рыболовню. Причал, короче. Для рыбаков. Как пирс. Можно сказать. Так. Вот. Нам все равно не хватает. Вот. Замечательно. Ну теперь нам нужен мост. На ту сторону. Вот так. Вот он мост. Вот так. Ну что ж, еда у них есть. Я думаю, загон для коров тоже надо бы построить. Домик дровосека. Теперь я понял, то есть, кстати, лейборер, вот эти люди, это рабочие, то есть они всегда должны быть, дабы. Это люди, которые все будут таскать, все будут начинать строить. Ну, как бы, вот для примера, дом не будет начать. Господи, что я несу? Дом не будет строиться, пока к нему не сделать фундамент. А фундамент могут сделать только лейбореры. То есть в прошлый раз нам не хватало именно вот этих вот бомжей, как я их называл. Давайте. Вёк. Мазафака. Вот.
отлично. Здесь домик тоже уже построен. И я думаю, нам нужны охотники обязательно. Поэтому пусть их угодья будет где-нибудь вот здесь вот. Проведем к ним мост. А, где он у нас тут мост? Вот так. Так, у нас чего-то не хватает. Резерв логс из лоу. Так, пришла зима, а еды, как я понимаю, у нас ни черта нету. Это очень плохо, чересчур плохо. Я надеюсь, зима пройдет поскорее. И в первые месяца, кстати говоря, у них будет, как сказать, недостаток еды. Я об этом прочел в нете, то есть это абсолютная норма. Насчет этого переживать не стоит. Так, они сейчас, я надеюсь, будут таскать рыбку. Так, вот, что-то несут эти с дока и приносят данный амбарчик. Все, появляется рыбка, отлично. То есть они будут сейчас ей питаться всю эту зиму. И я думаю, то, что еще одного рыбака стоит сделать. Что там у нас, 9 подростков еще. И, кстати, число их возрастает, размножаются. Это круто, у нас будет расти население. Нам нужны будут новые домики. Все шикарно. Так, фермеры нам в данное время не нужны, поэтому я думаю, пускай это будут... вот так вот, вот, просто отлично будет, да. Что ж, рыболовов у нас тоже уже достаточно, то есть рыба стабильно идет постоянно в город, и голодания вроде бы нету, уровень населения полный, но... А ХП у нас на одно сердце меньше. И это не очень-то и хорошо. А, еда. Вот, все, наконец-таки пришла весна. Давайте выращивать, черт возьми, бобы. Забабахаем фермеров. Пару человек. Вот так. Отлично. Все, давайте, занимайтесь рассадой. Девочки, бобов. Отлично. Они начинают уже разрастаться у нас. Вот мы можем видеть это на поляне. А, так, домик лесника. Даже не лесника, а дровосека. Я не понимаю, в чем прикол, но ладно. Пускай они сами всем этим занимаются, сами все собирают. Так, билдеры у нас есть. Ребята, у нас тоже есть охотников. Нет охотников. Но, в принципе, он нам сейчас не нужен. Нам нужны... О, так, у нас начинается голод. И это не совсем так хорошо. Но когда сейчас вот весь этот урожай соберется, то будет ништяк. То есть еще чуть-чуть. И будет просто шикарно. Я надеюсь, зима не наступит. Наше поле просто... Просто вырастет, и потом опять замерзнет, ну как бы и все сдохнут. Стандартная схема, по-моему, для моего управления городом. Ну так, все, людишкам срочно нужна пища, но я думаю, они подождут 10%. И скорее всего кто-то сдохнет обязательно. Но нам это тоже не нужно. Ну так, давайте, дорогие друзья, все, 100%. Отлично. Начался сбор урожая. И хапка так и прет просто. Вот бобы. Жрите бобы, дорогие друзья. Сбор идет, то есть у нас возрастает число бобов, и число голодных людей уменьшается, как я понимаю. Ой. На зиму тоже определенно нужно будет заготовить еды. Чёртову тучу. Вот чётко человек. У нас умирают люди, и это нехорошо. Увы, это совсем не хорошо, но меня, естественно, это не радует. Так, дружище! Йоу! Безработный парень. Умерло уже 5 человек.
И это тоже нехорошо. Давайте все засадим картошкой. Еды у нас тоже не дофига сейчас, поэтому срочно нужно сажать картофель. И поумирали, естественно, наверное, да. Поумирали наши любимые рабочие, без которых мы никуда не денемся, поэтому вот это вот, ребят, надо брать рабочих. Строить я пока тоже особо ничего не собираюсь, поэтому нам нужны фермеры. Нам нужно будет также в госпиталь, я думаю. Пускай он будет находиться здесь. Так, резервы камня заканчиваются. Ну вот же есть камня. Было всего лишь 3, 5. Так, камни тёса. Работают. Ну, дорогие друзья. Никакого черта вы моё поле не засаживаете. А, уже вот осень, и сейчас наступит зима, то есть все, урожай собран, поэтому нам просто нет смысла сейчас что-то делать. Вот и наступила зима, сейчас все сдохнут, так как еды у нас просто ни черта нет. Ни черта. Поэтому все фермеры переходят моментально в рыбаков и идут добывать скользких тварей. Далековато будет ходить охотникам, но все же это будет здорово, если они будут нам приносить пищу. Так, ну давайте забацаем еще. Вот. Нам нужен мясник. Так, построим госпиталя. Сколько будет охотников? Лесорубы. Это сборщик лесных всяких ямок. Ага. Еда только появляется, сразу просто разносит. Но хорошо то, что она появляется, естественно. Давайте, наверное, еще рыбаков. Черт возьми, надо было сделать вот охотничью избу. Ну, здесь тоже сделаем, как только наступит лето, и мы засадим урожай, и все. Поэтому все в норме. Ну, тут, в принципе, тоже вот есть такое. Охотники. Слушай, я надеюсь, скоро у нас закончится наша зима. Пока не стоит, я думаю, строить колодец. У нас и так много работенки, и умер еще один человек, и сейчас просто цепь смертей посыпется, так как все голодны. Итак. Все, наконец-то. Убираем рыбаков, создаем чертову тучу фермеров и строителей. Давайте, ребятки, погнали. Нам нужен картофан. Так, сразу бам-бам-бам, просто комбо-брейкер кто-то собрал по смертям, и это жестко, слишком жестко. Умерла просто хреново туча людей. Нам нужен один разнорабочий, два даже сделаем. Еще, все умирают. Фермеры, вообще вы работаете, а, твари? Да, вот, наконец-таки, посевы наши всходят. И нам опять нужен рабочий. Разнорабочий. Вот так. Сейчас собираем урожай. Просто срочно, потому что сейчас все сдохнут. Сразу же. Я не знаю, господи, просто сейчас вымрет очередная деревня. Я вам делал видео о том, как убить город за пару лет, уничтожить население, но станет здание пустыми. Вот. Ну и я надеюсь, черт,
возьми, вы собираете его или нет? Нет, они просто умирают, нахрена что-то собирать? Да, нет, собирают, молодцы. Так, патата, у нас есть патата. Хорошо. Нет, еще один. Нехорошо. Ну, я думаю, на 5 человек им жрачки хватит. То есть. Я вообще надеюсь на это. Ну, я сразу разбираю. Сколько можно жрать картошки? Вы поле съели за несколько дней, ёпрст. Так. Что мне делать? У нас даже работают сейчас, ну, в принципе пойдет хоть на такое маленькое количество людишек, у нас нормально. Так, они живут в домиках, домов тоже хватает, даже один пустует. Вот так. Так, в инвентаре 108 картошки, вот вы с жопы заначки все делаете. Кто не живет тут? Ты что, заныкал, молодец. Тут у нас тоже есть патата. Поэтому пойдет. Я думаю, к чертям фермера и просто забабахаем. Рыбака еще одного. Вот. Антисдох Виль, да. Вроде работает, а вроде и нет. Странно все у нас. Они все жрут, а зима-то еще не наступила. Ждите зимы, чтобы пожрать, а? Нахрена тебе 100 картошки? Ты живешь один, чувак. У них 56, но они живут вдвоем. Это просто здесь дом еврея у нас будет. Я не знаю, как его переименовать. Так. Где этот парень? Вот ты еврей. Этого Адиуса нашего чувака. Чувак. Адиус. А, я не могу его поймать, хренов муравей. А, ладно. Так, еврейский дом. Вот он.